Надежда Алексеевна, это Денис. Простите, что так поздно. Денис, ты... ничего страшного, я еще не сплю. А вы нашлись с Сергеем Иннокентьевичем? Нет, пока. Надежда Алексеевна, я хотел спросить. Отец вам ничего не говорил по поводу компании Fininvestfond? Я нашел его письмо, там было его резюме, он отправлял им. 10 дней назад. Ну, я же уже говорил помощнице следователя, что... Сергей Иннокентьевич ходил на собеседование. Понятно. И что на собеседование? Ему там не понравилось. Он возмущался, сказал, что его ноги больше там не будет, потому что 90-е годы уже прошли, а эти помойки еще существуют. А когда это было? Неделю назад примерно. И через 2 дня его похитили. Извините, что беспокоил. Надежда Алексеевна, я вам сообщу, когда будут новости. Агат, ты чё? Выходной же. Мам, еще 2 минуты. Да, и твои сэндвичи на тарелке. Их осталось только разогреть. Только разогреть. Мам, оцени. Да, слушаю. Денис, привет, это я. Тут тебе Агата хочет кое-что сказать. Нет, ты. А, ладно, я. Она утверждает, что она решила задачку, которую оставил твой отец. Про игры. И просит напомнить про игры, которые ты обещал ей подарить. Разгадала задачку, и что там? Ну, я не знаю, может быть, лучше она сама тебе расскажет. Только мы с ней собирались в гончарную студию. Я же заслужила. Я выиграла школьную олимпиаду. Заслужила. Заслужила. Может быть, ты подъедешь туда, я тебе скину адрес. Она еще и лепит. Да, конечно, я подъеду. Скинь адрес. Ладно, мы тебя ждем. Пока. Он приедет? А ты в пижаме поедешь? Давай, одевайся. А ты что наденешь? Ну, придумай что-нибудь. Надень что-нибудь, что подчеркивает твою фигуру. И не хмурься. Так морщинки виднее. Агат! Просто сказал. Макс, нужно пробить одну фирму. Проверь мыло, я тебе все скину на почту. В двух словах, двое соучредителей этой фирмы несколько лет назад проходили по уголовному делу.
короче, никого не обвинили, но у меня ощущение, что кто-то... Очень сильно старался почистить информацию в сети. Я полночи просидел, пока не отрубился, а нашел только одну маленькую статью. Сеть помнит все, но я же не сыщик. Даже не знаю, с чего начать. Макс, мне нужна любая информация по этому делу. Кто был адвокатом, кто... Судьей, кто свидетель, в общем... Макс, будешь в офисе? Да, я уже здесь, да. Спасибо тебе, Макс. Обращайтесь. Ну что? Вспомнил? Нет. А я вот тебя никогда не забывал. И те 12 лет, что отсидел по твоей милости, и все последующие годы, когда тебя искал, у меня перед глазами твоя рожа стояла. Я уже говорил вашим людям, могу повторить еще раз. Я... не тот человек, который вам нужен. Слышите? Не тот. Вы ошиблись. Сколько бы вы ни сидели, ни вспоминали. Это легко проверить. Что с его сыном? Да что, сынок? Сынок сбил, с папку ищет. Рук не покладая. Ну, тогда не будем откладывать встречу. Давай поможем воссоединиться с семьей. Так. Ой, молодец. Молодец. Вот так пальчики держи. У тебя получится очень красиво. Так. Мам, ты не переживай. Он скоро будет. Я не переживаю. Ма! А? Ну, почти готово. Так. Давай ручки выключим. Вот, да. Привет. 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 Что? Что, испачкалась? Нет, не в этом дело. А в чем? Ну, просто неожиданно видеть твою маму за гончарным кругом. О, она не на это способна. Так, что у нас с задачкой? Это вот все к ней, она решила ей рассказывать. Это то, что расшифровал Макарыч. Я вбила формулу в поисковик, а он выдал, что это число Харшат. Натуральное число, делящееся нацело на сумму своих цифр. Да-да, я кое-что припоминаю. Таких чисел немного, но самое интересное оказалось, что одно из них является и так называемым числом такси. Один математик приехал к своему другу-индийцу и пожаловался на скучное число в номере такси. На что индиец возразил, что число 1729 уникально, так как является минимальным натуральным числом, которое можно представить в виде суммы кубов двух натуральных чисел двумя различными способами. Понимаешь, сынок, какая красота? Урна. Это не урна, это кувшинчик. Да-да, конечно. Просто это число. Что, что? Это номер ячейки в колумбарии, где хранится прах моей матери. Вот, молодец. Я теперь уверен, что это не просто совпадение. Это отец оставил мне этот знак. Лет 20 назад. Даже больше. Он рассказывал мне ту же самую историю. Это не совпадение. Надо просто открыть ячейку, посмотреть, что внутри. Так, давай, сейчас мы быстро моем руки и едем, хорошо? Давай, пойдем. Можно спросить? Прости, Агата, я обещаю, завтра положу диск с играми в машину. Да
про то. Можно я не буду называть вас дядя Денис? Понимаете, просто слишком много этих мягких, звонких, переднеязычных, зубных согласных. Не очень удобно выговаривать, особенно быстро. Эй, кто-нибудь! Позовите старшего! Вы что, оглохли там все? Еще разорался. Позови главного. Прямо сейчас скажи, что я хочу говорить с ним. О чем? Скажи. Скажи Виктору, что я хочу говорить с ним. Вернулся с собеседования. Назвал этот фонд помойкой, а потом его похитили через 2 дня. Даша уже всех проверила, с кем он мог общаться в последнее время. И фонд позвонила. Они сказали, что он не прошел собеседование, и они взяли другого человека. А этот человек? Подтвердил. Слушай, я понимаю, что у тебя ощущение, что мы бегаем по кругу, и выхода нет. Кира, я не знаю, что еще делать. Где искать? А сидеть в ожидании чуда тоже не могу. Денис, все будет хорошо. Агат, надо говорить дяде Денису. Нет, мы договорились. Спасибо тебе, что разгадала. А что, кувшинчик не взяли? Симпатичный же был. Его еще надо обжечь. А у нас на это времени нет. Понятно? Дядя Денис. Я надеюсь, вы ничего не собираетесь красть? А здесь есть что украсть? Вы все-таки с начальством согласуете? Не волнуйтесь, все будет в порядке. Который отправил за решетку тебя и всю твою банду. И это сделал я. Мой сын здесь ни при чем, не трогай его. Ты че? Ты торговаться, что ли, с тобой? А? Крыса? Да я тебя сразу узнал, когда увидел. Только увидел твои поганые глаза. Я думаю, и ты меня сразу узнал. Да? Ну вот. Зачем тебе мой сын? Делай со мной все, что хочешь. Его оставь пока. Зачем отцу скрываться от кого-то? Почему? Он же не преступник какой-то, не бандит, не шпион. Слушай, надо проверить, не проходил ли он по какому-нибудь уголовному делу. И если предположить, что причина похищения твоего отца кроется в его прошлом, то искать нужно в питерских базах, раз уж там была выписана твоя метрика. И паспорт отца? Да. Можно поехать ко мне в офис. Класс, хочу к Денису. Мам, поехали к нему. Вы там пока своими базами займетесь, а я посмотрю, как игры делаете. Нет, для этого мне нужен мой кабинет, мой компьютер и архив МВД. У вас есть такой? Не для того я 25 лет ждал, чтобы кого-то отпускать. И дело даже не в годах тюрьмы.
И не в деньгах, которые я потерял. Все дело вот в этом. Это мой сын. Ты его упрятал в тюрьму, его там убили. Ты понимаешь, урод, его убили из-за тебя. Но ведь я не убивал твоего сына. Ты сам воспитал его таким, ты сам сделал его бандитом таким же, как ты сам. И твоя вина в том, что его убили, а не моя. И никак не Дениса. Вот хорошо. Ты ему сам обо всем расскажешь при личной встрече. А я думаю, она состоится скоро. Стой. Стой, подожди. Ты не можешь так поступить. Ведь он ни в чем не виноват. Это я. Я посадил тебя и всю твою банду. Я! Я сделал бы это снова! Стой! Эй, ты что такая? У нас же были планы на сегодня. Теперь сидишь в твоем кабинете. Хорошенький день отдыха. Денис, можно я с вами? Пусть мама едет на свою работу, а мы поедем к тебе, и ты покажешь, как делаются игры. Здорово я придумала. Ага, я думаю, у Дениса на работе сегодня никого нет, потому что выходной. Да нет, ребята в офисе. Просто... Я не уверен, что умею обращаться с детьми. Это легко. Главное, не давать много мороженого. И потом мне мама сказала, что ты чуть не стал математиком. Поэтому нам будет о чем поговорить по дороге. А может быть, лучше с тобой в отделение поеду? Ну, я помогу, чем смогу, вдвоем быстрее. Ну, честно говоря, в отделении вы мне ничем не поможете, будете только мешать. А суета в таком деле вещь опасная. Денис. Можно я доверю тебе самое дорогое, что есть у меня в жизни, мою дочь? А ты, пожалуйста, доверься мне, ладно? Ура, ура! Так, только оба проверьте телефон и учтите, что я буду звонить каждый час. Ладно? Ну, это она может. Да, и, пожалуйста, отвечай, и ты тоже. Тебя подбросит до отделения? Нет, я на такси. Все, пока. Пока! Прошу. Правда, у меня лучшая мама? Говорил же, раньше нужно было брать. Вот как? Как его сейчас? Выходной, все дома. Заткнись, ты уже достал своим каканьем. Что не знаешь, один раз по башке и в машину. Сделаем все правильно, Виктора золоти. Денис, а у тебя воды нет? Да, вроде нету. Может, тогда остановимся? Пить хочется. И еще мороженого? Только немного. Совсем капельку. Говорил же я, нет его машины. И в домофон никто не отвечает. Придется ждать. Черт! Да, мы тут как прыщ на заднице. Столько времени торчим. Что делать? А помнишь я... Вякнешь еще хоть слово, что ты предупреждал, убью. Ладно. Поехали к его офису. Может, он ненормальный. И по ночам, и в выходные пашет. На третьем этаже здесь самое вкусное мороженое. Правда? Ну что, позвоним твоей маме? Узнаем, как у нее дела? Скажем, что у нас все хорошо. У нас ведь все хорошо.
Алло. Это мы. У нас все хорошо. Как твои успехи? Ну, порадовать пока особенно нечем. Компьютер завис, техника вызвала. Мам, мы сейчас идем за мороженым. Ты ведь не можешь Дениса ругать? Дениса не буду. Мам, ну мы уже были в гончарной студии, теперь мороженое. А потом я увижу, как делаются мои любимые игры. Кажется, этот день обещает стать самым лучшим в моей жизни. Тебе виднее, малыш. Слушай, пусть Денис возьмет трубку. Да? Я хотела тебя поблагодарить. Агата такая счастливая. Давно ее такой не видела. Ладно, я не буду вас отвлекать, потом позвоню. Давай. Если хочешь, можем тебе заехать в другой раз. Нет, мы сегодня поедем. Я же тебе обещал показать свое любимое место. Вот у мамы ее любимое место, ее работа. Мне очень повезло с твоей мамой. Вряд ли другой следователь стал бы помогать мне так. А как мне-то с ней повезло? Все, можете пользоваться. Больше не будет вислать. Отлично. Проверяем, кого ищем по базе. Мартов. Нет, не Мартов, Демин. Так, Демин. Все работает. Вот ваш Демин. Свидетель обвинения в деле номер 24359. Михалыч, ты гений. Спасибо. Макс, ну ты где? Мы уже приехали, давай, выходи. И это, чтоб никаких словечек. Со мной ребенок. Кстати, ребенком меня можно считать лишь номинально, по возрасту. Ух ты! Ой, это мама. Каждой крысой, ты меня понял? Оставь его! Сам сдохнет. Погнали, сейчас будет ментов в море. А ну-ка не дергайся! А то я шею сверну этому куренку. Отпусти девочку. Давай договоримся. Тебе деньги нужны? Я позвоню в офис. Сейчас тебе Все, знаю. Ого. Проходил свидетель обвинения по делу об отмывании денег, полученных незаконным путем. Так, где у нас список подсудимых? Соломина. Что с моим отцом? Он ведь у вас, да? О себе лучше думай. Ничего, сейчас приедем, я ему думалку отправлю, куда надо. Если бы с девочкой что-нибудь случилось, я бы его убил бы. Заткнись. Обоих бы убил.
Куда вы меня везете? Ты так искал встречи со своим папашей, что мы решили тебе помочь. Что с ним? Он жив? Скоро узнаешь. Нет, не успел машину разглядеть. Когда выбежал, девочку еле из-под колес выдернул. Я запомнила номер. Так, диктуй. Ага, хорошо. Макс, я очень тебя прошу. Не волнуйтесь, Кир, все в порядке. Мы сейчас в офис поднимемся. Я двери закрою, никто не попадет к нам, пока вы не приедете. А девочки присмотрят за гадой, все хорошо. Да, хорошо, спасибо. Я уже выезжаю, скоро буду у вас. И, Кир, тут Денис просил меня узнать кое о чем. Да, с учредителей Фининвестфонда. Да. Мне удалось раскопать информацию, что по делу об этих странных убийствах проходили трое. Двое из них – это учредители компании. Третий – некий Пережогин В, который уже сидел однажды. Как ты сказал? Кира Андреевна, что-то случилось? Даша, значит, срочно бросаешь все и приезжаешь сюда в отдел. Ты мне нужна. Ты должна поднять все, что можешь, на Пережогина. Он судимый, его фамилия должна быть в базе. Поняла? Вот прям все, что можешь. Да, хорошо. Кира Андреевна, а что случилось-то? Дениса похитили. Давай, дуй сюда. Да, я попробую у Сафронова выбить разрешение на просмотр городских камер. Нашего Дениса похитили. Да, нет времени объяснять. Даша, давай. Дуй сюда, и причем быстро. Кира Андреевна, не надо к Сафронову. Илья сегодня дежурит, я ему позвоню. Он поищет машину. Только вы мне номера скиньте. Да, хорошо, сейчас скину. Угу. Алло, Илья? Нужна твоя помощь. Да, Макс, мы подъехали. Угу. Хорошо. Хорошо. Сейчас они выйдут. Здесь это произошло? Я так поняла, что да. Мам! Агата! Маленькая моя зайчонок, испугалась? Все хорошо, ничего не болит? У меня ссадина на руке была, я обработал и пластырь наложил. Это Макс? Спасибо. Слушай, Макс, я могу оставить Агату с тобой ненадолго? Ненадолго, совсем ненадолго. Можно? А Дэн? Я его найду, обещаю. Останься. Все. Поехали, ребят! Ну, где они? С Игорем разговаривал недавно. Говорит, ждут. Как появится, сразу сюда. Ненавижу ждать. Ничего, ждать это не проблема. Главное, чтобы прошло все без шума. В конце концов, четверть века терпели, потерпим еще пару часов. Ну вот и они. Да. Все, едут. Помню, урод. Это ты мою маму убил. Зря ты меня тогда в живых оставил. Ну, родной, ему это легко исправить. Ну-ка, тащите его в гараж. Пусть пообщаются напоследок. Ах!
Денис, сынок. Не волнуйся, пап. Мы выберемся. Нас уже ищут и найдут. Ты прости меня, сын. Это я виноват, тебя не должно было быть здесь. Если бы я тебе все рассказал, я все знаю, пап. Мы нашли мою метрику и твой паспорт. Нашли. Я ж не надеялся. Думал, перемудрил. И я все вспомнил, пап. Ты вспомнил. А ты ведь тогда целый месяц не говорил. Вообще. Шоковое состояние. Раз и все. Я все забыл. Я как отрезал, как стерло из памяти. А врач сказал... Врач сказал, что это у тебя защитная реакция. Замещение. Но теперь я все вспомнил. И хочу вернуть долги. Я его убью, папа. Ты знаешь, мне кажется, в теперешнем нашем положении наши шансы бесконечно малы. И стремятся к абсолютному нулю. Никуда они не стремятся, пап. Вставай. Вставай, пап. Конечно, выберемся. Ой, конечно, выберемся. Ты видишь их? Да, я веду их. 38 минут назад они съехали с Садового кольца в сторону Савеловского. Там есть переулки. Ты тоже говорил, я передала это Кире. Сейчас они где? Я смотрю записи с камер, которые не объехать, и найду их. Дай мне время. Илья, нет времени. Пришли мне, пожалуйста, вот машины. Момент. Лови. Черт. Илья, не отключайся, я Кире звоню. Есть новости. Илья прислал фото машины, на которую везли Дениса. И мне кажется, это та же машина, которая отметилась на видео с похищением его отца. Ты уверена? Я еще не сверяла, но мне кажется, это она. Черт, значит, Дениса повезли туда же, где находится его отец. Что с камерами? Илья, что у тебя? 14 минут назад проехали МКАД. В районе Дмитровского шоссе движутся в область. Дальше камер почти нет, я их больше не вижу. Даш, прости, я сделал все, что мог. Ладно, я поняла, спасибо. Кира Андреевна. Да, Даш, я слышу. Что по Пережогину? Нашла что-то? Да, у него тут много всего. Бизнес, благотворительные дела, много всего. А на Дмитровке у него что-то есть? Не знаю, квартира, дача, офис, дом, все что угодно. Есть. На 32-м километре от МКАД, дачный поселок Медведково. Там еще рядом писательские дачи, знаете? Да, отлично, я знаю, где это. Да, Борисыч, Дмитровское шоссе, 32-й километр. Давай, не на похоронах. Совсем взрослый. Я уже давно такой. Просто ты не хотел этого замечать. Видел во мне маленького мальчика, который боится уснуть. Пап, ты должен был мне рассказать о маме. Я бы понял. Да, ты прав. Ты прав, сын. Я должен был тебе все рассказать. Просто я не знал, как ты все это воспримешь.
потом ты ушел. А я подумал, что когда-нибудь, когда меня уже не будет, ты вернешься. Я подумал, что ты имеешь право знать, кто ты, откуда. Поэтому оставил тебе задачку. Возможно, на твоем месте я поступил бы так же. Ну, а мы об этом поговорим, когда выберемся, папа. Как? Это не то, что ты подумал, пап. Ты просто в интернете подсмотрел. Вить, надо как-то эту канитель побыстрее заканчивать. Я, конечно, понимаю, что ты не торопишься, но у меня что-то сердце не на месте. А я смотрю, Олег, ты сдавать стал. Может, тебе на пенсию пора, а? Мне? Да нет, не тороплюсь. Погуляю еще на воле. Давай покончим с этим. Открывай. Значит, ты с нами пойдешь, а ты на ворот. Что заметишь, сразу звони. Давай, веди. Где они? Ребят, внутрь! Пошли! Убей его! Убей! Это свой! Не ранен? Все в порядке? Ребята, выводите! Выводим! Никогда не прощу, что ты ввязался в это без меня. А куда я теперь без тебя? Никуда и никогда, слышишь? Никуда. Врача, это человек ранен! Хотел тебя спросить. Это же Домнин помог тебе изменить фамилию. Как ты его нашел? Ты о нем узнал. Это не я его нашел. Он сам пришел ко мне в больницу, рассказал, что следил за процессом, а когда узнал, что случилось, предложил свою помощь. Еще он сказал, что пока есть такие люди, как я, есть надежда. Все хорошо, пап? Да, все хорошо, сын. Все хорошо. Всю жизнь с этим грузом на душе. Но теперь все, все кончено, раз и навсегда. И главное, что мы с тобой вместе. Да. Знаешь, я многое понял. Это трудно говорить. Наверное, я был не очень хорошим отцом. Но я всегда любил тебя, боялся за тебя. Может быть, даже слишком, ты уж прости. Знаешь, пап, я тебя понимаю. И
пойму еще больше, когда у меня появятся свои собственные дети. Одно знаю точно. Теперь все будет иначе. Мам, можно с тобой посоветоваться? Давай. Этот костюмчик на мне нормально сидит? Мне кажется, он меня чуть полнит. Если мне не изменяет память, то это у меня свидание, а не у тебя. А потом, ты хоть и очень умная, но очень маленькая девочка. Тебе рано об этом думать. Маленькие девочки тоже когда-то вырастают и ходят на свидания. Мам, а вы уже целовались? Агат. Просто спросила. Помнишь, я говорила про лучший день? Да. Так вот, я ошиблась. Это сегодня самый лучший день отдыха. А. Мам, можно я покатаюсь? Ну, конечно, можно. А это? На интеграле отец, а на бисектрисе Вероника. Подожди, неужели это та самая любовь нашего контрабандиста Никиты? Они уже несколько лет встречаются. И что, у них серьезно? Не знаю, как у них, а у меня очень серьезно. Я люблю тебя и небо, только небо и тебя. Я живу двойной любовью, жизнью я дышу любя. В светлом небе бесконечность, бесконечность милых глаз. В светлом взоре беспредельность, небо явленное в нас. Я смотрю в пространство неба, небом взор мой поглощен. Я смотрю в глаза, в них та же даль пространства, даль времен. Так заброшен на землю, к небу всходит.